Итак, всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и выходит очередной роллинг. А я напоминаю вам, что все роллинги 2020 года вы можете увидеть в отдельном плейлисте на моем канале. И если нравится эта тема, не забывай лепить лайки. А возможно, этот роллинг записан до выхода обновления. Да, он записан до выхода обновления, так что, если что, ребятушки, ничего не удивляйтесь. А мы полетели. 63 тысячи самоцветов. Слоник смерти. Вот это ник. Вот я считаю, что это серьезный ник. Короче, мне не знаю, мне прикалывают такие ники, ребзи. Вот. Респектос и уважуха. Гильдия у нас под названием Адреналинчик. О, божечки. Пропуск битвы гильдии. Атака фортов 12.00. Качаем часовых. Вот так вот, ребятушки. Вот так вот. Так что, если что, берем и вступаем. 374 тысячи силы. Давайте изучать аккаунт. Кошмарка. Смотри, седьмая кошмарка пройдена. Шестая тоже пройдена. Все пройдено. Не, аккаунт-то серьезный. Аккаунт-то серьезный. Слоник смерти. Нет, завоеватель. Завоеватель 2. Ой, каких же здесь героев-то не хватает, а? Какие же здесь героев? Ну подождите, я потяну интригу. Я потяну интригу. Лайк поставь, дружище. Я был бы тебе весьма благодарен. А, так. Опа. Оп, давай. Блин, я так много значительно молчал, что там должно было выпасть как минимум все. Понимаешь, а выпал рыцарь. Вот это что такое? Вот это вы хотите мне сказать, что это ништяки? Вот это вот ништяки, по-вашему, да? Вот это вот, по-вашему, ништяки? Серьезно? О, ладно, понятно. Окей. Замечательно. Давай, ну чё? А, стой, мы же не посмотрели вообще. Чё тут выпить-то надо? Как мы выбивать будем? А выпить-то нам надо немного. Так. Фобос, раз. Королева Оз 2. Скиталец 3. И все, Фобос, Скиталец, Королева Оз. Вот такие вот дела. Донат, я тут понимаю, небольшой, потому что там даже, ну да, 156 тысяч, как бы. Ну, как бы вообще. Скиталец, Фобос и что там еще? Королева Оз. Скиталец, Фобос, Королева Оз. Окей. Окей, я вас понял, ребята, я вас понял. Так, надо снова найти, где алтарь. И начинаем потихонечку рубиться. Дед Мороз, слушай, ну это хороший знак. Вот прям со старта взял и упал. Так, инженер. Капитан Дрейк, ну давай, Аджи, не подведи. Недостающих героев принеси. Аджи, Махатма. Махатма, повелитель бури. Что-нибудь интересненькое, призрачный всадник, давай еще Фобоса давай. Нам нужен Фобос. Фобос, приди, скандировать будем. Фобос, приди. Фобос, ты где? Фобос, давай. Ну, давай. Рот не разевай. Фобос. Варлок. Кристаллический эктоплазм. Нет. Кристаллический эктоплазм. Атлантикор. Инженер, королев, рыцарь, ледяной дьявол, шаман, гаргул, бугимен. Но это все как бы не то. Это все как бы на этом аккаунте есть. Нам нужно что-то другое. Нам нужно что-то недостающее. Давай, дядька рандом, я не знаю, к кому обращаться. Капитан Дрейк уже падал сегодня. Уже падал капитан Дрейк. Бульдозер. Окей, сейчас бы бульдозера выбивать. Давай дальше. Бог грома. Вот бог грома в 2020 году. Прям вообще топчик. Вот прям топчик. Я не знаю, как это еще назвать. Прям вау! Ну что ты там лайк-то поставишь уже, а? Кому я обращаюсь-то, а? Ну, конечно, это все выглядит реально эпично, классно, прикольно, молодежно, воодушевляюще, замечательно, фантастически,
фантазмагорические, но факт заключается в том, что ничего здесь нужного не выпало. Но вау. Вау-эффект мы определенно получили. Знаешь, надо еще, чтобы там какие-то звуки, паладин, чтобы еще звуки какие-то добавлялись. Типа, вау! Вот это вот, знаешь, вау! Так, вот это. Так, окей, ну что, ну давай ты уже. Палач, я не знаю, командора. Ну-ка, ну-ка, давай, давай по три героя тогда, не знаю. Раз, два, три. Попробуем сломать систему. Раз, два, три. Продолжаем ломать систему. Фобос, приди. Фобос, приди. Давай. Ну, давай вот так вот. Раз. Миша. Два. Три. Ну, вроде так как-то поудачнее. Хотя, как бы, и самоцветов тратится в три раза больше. Давай. Раз. Два. Три. Просто ничего. Девять попыток. Суккуб. Даже как бы вообще он не дал легендарного героя. Ну, не, ну а чё? Не, ну а чё? Почему бы, как говорится, и не да? Химера. Еще раз давай. Раз, два, три. Раз, два. Фобос! Нет. Раз, два, три. Я уже тут... всякую дичь придумаю. Что только не придумаю, чтобы выбить. Еще один Миша. Ну ты ж падал уже сегодня. Атлантикор. Одно дает. И давай сыпать потом бесконечно. Алхимик, палач, шаман. Еще. Дед Мороз, варлок, снайпер. Окей. Алхимик, кристаллический. Фрея? Да, только как бы она есть на аккаунте. Фрэнки. Просто тут во все тяжкие роли у нас ничего не получается. Мы должны выбить недостающих героев. Аджи, ну ты чё? Ну ты чё? Купидон. Давай! Фараон! Фараон! В 2020 году! Да что ты будешь делать вообще, а? Что ты будешь делать? Фараон в 2020 году. Серьезно. Ну-ка, Леди Лео. Просто жесть какая-то, а? Не знаю, давай пошевелим. 15 тысяч самов еще. Давай, Джиджи, не подведи. Я ж в тебя верю. Смерть. Кто ж, если не ты? Дядюшка рандом. Давай, Кэнди. Панда разрушить. Ну, Купидон. Леди Лео. Тритон, панда. Ну что ты, сердцеедка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну давай, так, бог грома, да ты падал уже сегодня, Фрэнк, и ты падал уже, ну что ты, а? Циклоп, Кэнди, профессор Рибит, подряд падают, и по три героя выпадало, а толку-то, я жму 450, а толку нет, а джиджи, ну серьезно, ну вы чё, ну как бы, ну разве это нормально, ну типа, как, вот, Бугимен, ну ж падал вроде сегодня, да, ну на этом аккаунте. Бугимен. Ну вот падают, но ненужные герои, понимаешь? Ну айджи, елочки-палочки-то, а? Как мне аккаунт-то хозяину обратно возвращать? Ждал, пока я возьму паролю. А чё толку? Вот что толку-то, а? Валентина! 2020 год! Добро пожаловать! Реально, добро пожаловать! А нам падает Валентина. Давайте эти 3600 самоцветов паролим ровно по 150. Не спеша, с большой надеждой. Бочка, давай. Капитан Дрейк, да падал ты сегодня. Асура, ну камон, ну. Другие герои нужны. Афина, ну ты чё? Химера, ну посмотрите, как подряд сыпят герои. А толку? Толку-то? Какой толк? Ну... Просто жесть. 700, 600. И давай еще так. Ну, дружище, извини. Я тут... Я сделал все, что мог. Ну, это прям вообще какая-то жесть. Вот и еще раз вам напоминаю. Ребят, иногда просто подумайте. Слушайте. Может быть, лучше самоцветы потратить на созвездие, чем на роллинг. Как бы на роллинге бывает так, что ты...
Ну, не факт, что выбьешь нужных, да? Ну, хотя здесь, да, в принципе. В принципе-то что-то собрано. А, слушай, ну тут зефирик даже есть. Смотри, на аккаунте зефирик. На аккаунте зефирик. А донат почти... Ну, для меня это как бездонат... Ну, 150 тысяч. Интересно, девки пляшут. Не, ну тут и со звездами как бы... Ну, хотя, смотри, да. Как говорится, лучше на созвездие потратил бы. Но я не знаю. Но это жестко, конечно. Это жестко. Пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо, кто досмотрел до конца. Спасибо, кто поставил лайк. Всех целую. Всем пока.